прыгаем. Ножки вытягиваем, прыгаем на скакалке. Ножки. Молодец. Умница, хорошо. Ручки натянули. Натянули ручки. Прыгай, гордеска, не прогибайся. Не прогибайся. Стопочки натянула и вперед. Аня, это не вперед-назад, это не вперед-назад, это вправо-влево. Вот так, качаем скакалочку, вперед-назад, вперед-назад, ручка точно вперед, вперед-назад. Оля, что-то размахиваешь, руку оставь в покое. Поменяли ручку, и левой ручкой, раз, два, три, четыре, раз, Аня, вперед, рука, раз, два, три, закручиваем ее точно вперед, вращаем, она должна вперед вращаться, поршень вперед вращается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девочки, вы вот так вращаете, и вот так вращаете. Вперед вращаем и передаем быстро. Раз, два, три. У меня руки прямые. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И два, и три, и четыре. И раз, и два, и три. И прямыми руками четыре. И летят. Раз. И два, и три, Аветян, четыре, и раз, Аветян, два, я на тебя смотрю, не надо мне наклоняться. Через ролевые ноги собрали все, и раз. Девочки, надо перевести две руки вместе, покажи Гордеевскую, вот на Гордеевскую посмотрели. И раз, две прямые ручки, нет, коршек, ты сгибаешь руку, и раз, два, три, четыре. Ксюша, раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вперед. Мне нужно назад, Гордеевская. Вот так, правильно, поехали. Раз. Оля, ты неправильно делаешь. Скакалка у нас сзади, мы переступаем. Давай, Бакчебаева, давай. Поехали. И раз. И два, Аня, две руки, три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Горизонтальные ножки передали. Раз, два, три, четыре, и раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Молодцы, молодцы. О, хорошо. Вот из этого движения выходит эшафе. Нет, Велеслава, ты вперед вращаешь. Велеслава, нам нужно назад вращение. Чтобы нам сделать эшафе, нам нужно скакалку накрутить назад, Велеслав. Да, да, молодец. Нет, не в ту сторону. Один раз, чтобы конец скакалки отпустить. Аня, вот эту ручку отпускаем. Вот эту. Этой мы как держали конец, так и держим. Да, яблочко, молодец. Правильно.
Бахчибаева, ну подкрути, чтобы конец скакал, ушел сюда. А чтоб носочки поссорились, нужно ножки выворотно сделать, тяни. Быстрее. Руки подняли, спина прямая. И поехали животиком. Животиком раз наклонились. И два наклонились. И три наклоняйся. Ну куда колени загнула? Четыре. И пять. И шесть. Колени выжали. Выжали колени, терпи. Два, выжимай колени. Три, ниже Бахчибаева, давай. Четыре, возьми ты эту скакалку уже. Наклонись. Стопы на себя. На себя стопы. Колени выжали. Что, Бахчибаева, что тут? Давай. Стопы на себя. Скакалка узкая. Узкая. Руки прижми к ушам, пожалуйста. Вот так. Возьми скакалку. Прижала уши. Голова вот тут поднята. Спинка прямая. Узкая скакалка. Вот, стопы на себя. Извини, звезда моя. Извини, чтобы на себя правильно глядала. Ну, что с ногами? Выжимать их нужно, Оля. Смотри. Ножки на воздухе, умница. Растягиваем под коленом и наклонились. Раз. Руки держи, узко. Взялась за пяточки, то есть за носочки зацепилась. Поднимай колени, поднимаем коленочки. И держим. Раз. Наклониться нужно. Наклониться нужно, поднять колени. Раз. Вот так. И поднимай, выжимай колени, выжимай. Наклоняйся, Лиза. Стопы на себя. На себя еще. Вот так. Раз. Стопы сильно на себя. На себя колени. Отрываем, чтобы пяточки оторвались. Умница, Виола. Наклонись вокруг. Вошли скакалочку, взяли с ручками за носы свои стопы. Раз. Вытягивай руки. Вытягивай руки. Спина ровная, животом, животом, вот так, и поднимай теперь пятки, поднимай, поднимай. Ручками взяли здесь, смотрите, ноги у нас натянуты, сильно натягиваем, сильно. Спинка ровная, мы должны сделать раз, два, утяни колено, три, четыре, натянутые ножки, натянуты и в обратную сторону, раз, два, три, четыре, выворот. И другая ножка пошла. Раз. Не натянуты, мышцы болтаются. Раз. Натянула ножку. Два. Три. Четыре. Колено выжило.
выжила и раз обратно. Поехали. Натянутую мне коленом. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ань, ну посмотри, что делает ребенок рядом с тобой. Сейчас ты вот туда к чертовой матери пойдешь. И, гордецка, натяни ноги твои. И раз, два, три, четыре. И, Бакчибаева, до 90 градусов, давай. И, колено выжило, Бакчибаева. Четыре. И, другой ножкой пошли. Раз, два, три, четыре. Велислава, мы не делаем такого, что ты делаешь, откуда? Четыре. Яблонцева, умница. Просто молодец. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Положили ножку. До того положения поднимаем ножку, поднимаем. Раз, два, не надо высоко, не надо вот сюда задирать. Вот нога натянута, это пальцы натянуты, мизинчиками к полу, колени выжаты, выжаты коленочки, выжаты. Поднимаем ножку натянутую, вот так, и пяточка ее опускай, пальчики не натянуты, Олюшка. Вот такие, и раз, два, три, четыре, пять. Что с другой стопой? С правой ножки вывернутые ножки поставили. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, два, три, четыре, пять, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да что ты мне машешь? Ты не должна вывернутую ногу поднять вот такую. Натянула такую. И поднимай. Раз я опустила. И два. А то что ты мне делала, это фигня все. Другой ногой. Ручками оперлись сзади. Ровная спина. Ровная. Не надо руками обоприть вот так и сиди. Ровные спины у всех. Куда развалилась Гордеевская? Вот так. Ровные спины. Ты что лежишь у меня? Ровная спина. Не вижу гимнастку ни одну. Вот так. А вот теперь из этого положения поднимаем ноги. И левую ногу поднимаем. Раз, два, три, четыре. Натянутую. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Следующее задание. Смотрите, что делает. Делаем. Раз, подняли ножку. Два. Делали лягушечку. Три, бабочку. Вытянули четыре. Пять, шесть, две ножки, семь, легли вперед, восемь. Понятно? Готово. Еще раз внимательно смотрим. И раз, два, три, четыре по ножке. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, на точке. На точку собрать, пятку поднять. Умница. И теперь наклоняемся вперед. Пяточки подняты от пола. Не лежат на полу, наклонились вперед. Раз. Лежим. Умницы. Кто пяточки оторвал от пола? Два. Поднялись. Три. Четыре. Вытянули ножки. Пять. Вытянули шесть. Раз. Два. Три. Четыре другой ногой. Пять, шесть, семь, восемь. Две ножки. Раз, два. И пошли вперед. Три. Ручки вытянули. Четыре. Пять, шесть и семь. Выпрямились. Восемь. Почему все слышат, что я говорю? Животиком вперед. Правильно, Витя. Животиком вперед. Взяться за нет больше. Это неправильно. Под ручками вот тут растягиваем, должно больно быть под ручками. Стопы с пола, не надо падать, Лиза. Пособирай еще по полу всякую дрянь. Да ну не вали, вот что мне нужно, вот.
где тянет? Вот тут тянет, правильно? Вот это мне не нужно, чтобы тянуло вот здесь. Руками, руками, руками. Где тянет? Вот. Вся проблема в том, что под полом. Где? Вот, вот. Вот вся фишка в этом упражнении, что мы должны подмышечные, подмышки растягивать. Ноги свои убери. Вот тут живот. Ой, Корша, ты себе сам Бог велел. Еще раз голову. Стоп, исполая. Что тебе тут делать, Господи ты, Боже мой? И встала головой. Корша, ты как будто первый раз на свет народилась. Делаем! Блин, поднимай ты ноги. Да не поднимай ноги. Нажимай плечи, нажимай, нажимай. Вот так. Ну, убирай, Лизка. Ути, все, 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 умница. Ты, Тарасиева, сама должна делать. Давай, у тебя все прекрасно получается, у тебя все растянуто. Тебе только наклониться. Сделай мне, пожалуйста, правильно. Ну. Ну, давай, вперед животом, давай, Дорофеев, давай, ну и все. Куда руки сразу так? Ну-ка, выпрямила руки. Где тянет? Вот, вот хорошо. Стоп, исполая. Да.
Поехала, плечо наклонила. Наклони плечо. Ольга Александровна. Бок наклони вот так на Е. А руку это вперед еще выдвинь. Теперь выпустим. Нет, ты поднимай. Ну что сидишь? Лясы тут, чтоб-то про. А теперь погнали. Поднимайся, поднимай, выкручивай. Стоп. Еще раз погнали. Больно? Давай, выкручивай. Выкручивай в обратную сторону. И вот. И пошла. Выкручивай, выкручивай до конца. И раз. Давай, выкручивай. Вот, давай, давай, крути сустав, давай. Все было красиво.